Сегодня речь у нас пойдет об уникальном человеке, гениальном поэте, фигуре, которая больше самой эпохи, которую он представляет, о Роберте Ивановиче Рождественском. Роберт Рождественский непосредственно связан и с Барнаулом, и с Алтайским краем. В одном из своих стихотворений он писал: «Луна сквозь тучи прорастая, глаза зеленые скосила. Родился я в селе Косиха, дождливым летом на Алтае». Это человек удивительной биографии. И село Косиха сыграло в его жизни тоже свою важную, духовную, возможно, даже судьбоносную роль. Несмотря на то, что он здесь прожил всего 2 месяца, но его родители, которые здесь встретились, которые здесь обрели счастье, которые создали здесь свою семью и наполнили его ожидания этим состоянием высокого просветления, глубочайшего патриотизма. Это были люди, преданные своей эпохе, люди глубоко патриотичные, яркие, пламенные. Вот все это вместе сложилось в такую уникальную судьбу, которая представляет собой жизнь Роберта Ивановича Рождественского. Я бы хотела еще вернуться к названию нашей встречи, потому что он действительно в своей поэзии, в своем творчестве создал и наметил отдельными темами, своим отношением личным те глубинные точки, которые связывали его с этим миром и с этой жизнью. Первая точка в этой вселенной началась с большого взрыва, как и полагается каждой вселенной, с рождения самого Роберта Ивановича. Его бабушке в этот день, когда он родился, приснился вещий сон о том, что его вынесли на балкон, а под балконом огромное море народу, и перед ним развернули белый лист бумаги, и он проткнул его своей маленькой ручкой. Бабушка пришла к своей дочери, к матери Роберта Рождественского, Вере Павловне, и сказала ей: «Я не знаю, каким будет твой сын, какая будет у него судьба, профессия, но это будет великий человек, потому что вот сон такой был необычный, и имя у него звучное». Да, и вторая часть, вторая точка в этой вселенной — это имя Роберта Рождественского. Имя для того времени было необычное, если учесть, что родился он в годы коллективизации, установления советской власти. Имя было не совсем русское, его упрекали потом в жизни в том, что имя его пахнет иностранщиной. Но он гордился своим именем и писал так об этом в своих стихах. «Припомнитесь, 30-е, вернись, тугое эхо, над миром неустроенным громыхни опять. Я скажу о Роберте Эйха, в честь его стоило детей называть. Я скажу об Эйхе, я верю, мне знаком он, большой, неторопливый, как река Иртыш. Приезжал в Косиху секретарь крайкома, веселый человечище, могучий латыш. Он приезжал в морозы по-сибирски лютые, своей несокрушимостью недругов разя. Не пахло иностранщиной, пахло революцией, и были у революции ясные глаза». И он говорит о том, что он не только гордится своим именем, но обращается к читателям: «Несем мы имена замечательных людей, не изменить бы, не запятнать бы». И вот это его память, гордость за имя, данное ему, за его судьбу, за время, в котором он жил, за людей, с которыми он рядом имел возможность общаться, пронизывает все его творчество. А дальше семья, и Роберт Рождественский объясняет, чей он сын. «Я сын веры. Веры не в Бога, не в ангелов, не в загробные штуки. Я сын веры в солнце, которое хлещет сквозь враные тучи. Я сын веры в труд человека, в цветы на земле обгорелой. Я сын веры, веры в молчание под пыткой и в песню перед расстрелом. Я сын веры в земную любовь, ослепительную, как чудо. Я сын веры в завтра, такое, какое хочу я. И в людей, как дорога широких, откровенных, стоящих». Его стихи поражают какой-то силой эмоционального проникновения. Он находит, он понимает и выделяет в своем восприятии мира такие порой отстоящие друг от друга явления, такие чувства, которые и не приходят в голову
при беглом восприятии мира, но когда прочитаешь это, то понимаешь, как глубоко он чувствует и как он широко, мудро проживает каждую мелочь, которая наполняет его жизнь. И в его вселенной мелочей нет. И, конечно, вторым центром притяжения, подобно спутнику нашего Солнца, подобно какой-то паре неразрывных планет, в его жизнь вошла Алена, Алла Борисовна Киреева. Он встретился с ней в Институте имени Горького в 50-х годах, когда они оба были там студентами. Он поступил на факультет литературного творчества и обучался там профессии поэта, писателя. А Алла Борисовна Киреева, она была из семьи литературной, ее отец был литературным критиком известным, и она тоже училась на факультете литературных критиков. И Роберт Рождественский часто шутил, что у него дома есть свой литературный критик. Но по жизни Алла Борисовна Киреева стала таким его ангелом-хранителем, музой, его путеводной звездой, его вторым крылом буквально, его второй половиной. Он не мыслил ни одного дня без нее, хотя это не значило, что у них были вот такие ангельские характеры, и порой и в семье бывали яркие споры, жаркие по поводу творчества, по поводу того или иного, но это были споры, не переходящие никогда на личности, и споры, которые помогали еще раз почувствовать, насколько они важны и дороги друг другу. Мы совпали с тобой. Совпали в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птицы с небом, как земля с долгожданным светом совпадает в начале зимы. Так с тобою совпали мы. Мы совпали, еще не зная ничего о зле и добре. И навечно совпало с нами это время в календаре. И Алла Борисовна Киреева не только сама дополнила его вселенную, она помогла ему, как это рассказывается в библейские времена, буквально создать свой мир и наполнить этот мир счастьем, любовью и ощущением того, что все, что делается, это хорошо. Она подарила ему двух дочерей, а он посвятил дочерям такие проникновенные строки, такие глубокие отцовские чувства, такую космическую нежность и трепетность, что эти стихи можно вообще вот вручать каждому молодому отцу в родильном доме вместе со свертком, вот этим пищащим, кричащим, для того, чтобы он вдохновился перед тем, как принять на себя ответственность вот этого высокого чувства. В стихотворении Ксении есть такие строки. «Вырастешь, Ксения, строки эти прочти. Водосточные трубы уже устали трубить. Целый час ты живешь на земле. Прими ее и прости, что земля еще не такая, какой ей надо быть. На земле умирают и плачут. По земле ручьи бегут нараспев. Задыхаются пальмы, чавкает тундровый мох. Я хотел ее сделать самой праздничной и не успел. Я хотел ее сделать самой улыбчивой и не смог. Я над нею трясся, я ее так просил. Я земле открывался, понял ее язык. Ты прости отца. У него не хватило сил накормить голодных, оживить убитых, обуть босых». И вот эта ответственность за тот мир, в который он отправляет своего ребенка, в который он открывает перед этим хрупким существом, вообще чувство ответственности – это, пожалуй, корень личности Роберта Рождественского. И это был человек, который отвечал и за весь мир в целом, за всю Вселенную и за каждую травинку в этом мире, за каждое прожитое человеком, любым человеком чувство, за каждый будничный и героический день. И завершает он это стихотворение вот выражением такой уверенности. «Мы всегда продолжение, и я не начал с нуля. Мы всегда продолжение, распахнута настежь дверь. Будет самой счастливой твоя и моя земля. В это верит отец, и ты непременно верь». Жизнь Роберта Рождественского – это уникальное явление, она не вписывается в представление о просто поэте.
В советское время его стихи звучали из всех радиоприемников. Он был участником всех ведущих телепередач. Его поэзия собирала по 14 тысяч зрителей на стадионах. За границей, куда он приезжал со своими поэтическими встречами, собирались тысячи, хотя там на поэтические вечера никогда не собиралось более 100 человек. Он входил в состав ведущих гуманистических каких-то организаций и литературных. Входил в состав комитета по увековечению творчества Марины Цветаевой, Владимира Высоцкого, Осипа Мандельштама, тех авторов, которые не были однозначно приняты общественностью, но он находил слова, и чиновники позволяли открыть музей, допустить печать их произведений и открыть доступ читателям к этому творчеству. Он был приглашен в комиссию по присуждению государственной премии. Но буквально на первом же заседании, когда премию предложили вручить не за профессиональные заслуги, а за положение человека в обществе, родственнику влиятельного человека, и комиссия начала голосовать «за», Роберт Рождественский проголосовал «против» и высказался по поводу недопустимости такого подхода. Комиссия к нему не прислушалась, и он вышел из этой комиссии. Вот это показательный такой жест. Приглашение в такую комиссию – это было большой честью, и, конечно, это был поступок. И жизнь Роберта Рождественского, она вся состоит из таких поступков, из человеческой принципиальности.